соревнованиях принимают участие юноши и девушки 2005 и 2006 годов рождения. Всего около 300 человек. Турнир открытый, поэтому на ковер вышли не только сочинские борцы. Нам очень приятно, что на эти соревнования приехало достаточно много регионов. Это и Ставропольский край, и даже Сахалина к нам приехали, с ДНР, Донецкая Народная Республика, Абхазия, Республики Северного Кавказа. Открытый краевой турнир проводится в 31 раз. Это соревнование с давними традициями. Впервые турнир был проведен еще в советское время, но проходит он в память о сочинце, герое Советского Союза Мартиросе Нагуляне. В годы Великой Отечественной он совершил 113 боевых вылетов на штурмовку войск и укреплений противника, сбил два вражеских самолета. Погиб в апреле 45-го при выполнении боевого задания. Поэтому турнир проводится с целью не только выявить сильнейших в спортивном плане, но и патриотического воспитания.